Поехали. Всем привет! Мы отправляемся в новый рейс. Наш рейс будет на грузовике ЗИЛ-133. Сегодня мы работаем на автосервис. Наш груз – ЗИЛ-130. Загружаемся в городе Кинешма, Ивановская область, и доставим наш груз в поселок Красный Богатырь, Тульская область. Длина рейса – 655 километров. Водителя зовут Сергей. Приятного просмотра! Поверните направо. Двигайтесь прямо, затем держитесь левее. Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Мы прибыли, конец пути. Все готово. Приятной поездки.
Начинаем движение. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо.
кольце, второй съезд. Сейчас съедьте. Поверните направо.
Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Здорово, пацаны. Как пост ГАИ проезжаем, так какой-то трэш начинается. Мистика. Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево.
хоть этот пост нормально проехать.
Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Расчет, но ищу новый маршрут.
кто-то решил на БелАЗе поплавать.
Поверните направо. Да уж, по траве он тормозит фиговенько. Thank you.
Если тебе понравилось это видео, поставь, пожалуйста, свой царский лайк.